Генеральный секретарь Тюркского совета Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев предложил объявить культурную столицу Азербайджана, город Шушу, культурной столицей тюркского мира 2022 года. Ежегодно мы объявляем культурную столицу тюркского мира, предлагаем объявить Шушу культурной столицей в 2022 году и организовать множество мероприятий культурного характера. Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира, сказал Амреев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведенном в видеоформате. Он также отметил, что данный вопрос был обсужден с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. И если вы разрешите, мы начнем эту работу, проведем около 20 мероприятий культурного характера в Шуше в 2022 году. К этому времени мы уверены, что Шуша будет восстановлена, обретет свой былой облик. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Азербайджан, заверил генсек Тюркского совета. Отметим, что созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а в качестве наблюдателя участвует Венгрия. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.